Добро пожаловать на канал Лали Геймс. У нас тут вышел патч 2.5 Conquistar Rail. И сегодня мы будем делать крутки. Или ветер. О ветре. Хочется мне мадам вот эту прекрасную получить. Это Фэй Сяо, генерал ветра. Точнее, не так. Это генерал Сянчжоу, один из кораблей. Руководит она ветряной стихии. Путь охоты. Вот. Так как ветряных дамагеров, кроме Блейда, у нас, по-моему, особо-то и не было, пятизвездочных, то мне очень бы хотелось ее заполучить. Но так как ей бы не помешал саппорт, а Жонь Мэй у меня занята, ей нужна будет еще и зарянка. Круток не то чтобы много, будем смотреть, как оно пойдет. Фэй Сяо кручу чисто на Вайфу Факторе, потому что, ну, нравится мне эта лиса красивая. Вот. Ну и хочется вот этого молодого человека тоже потрогать. И если получится, то после Фэй Сяо мы идем крутить зарянку. И вдруг, если это будут мега удачные крутки, мы пойдем еще на Фэй Сяо Сигну покрутим. Ну а там дальше будем посмотреть. А, тут мы стартуем сейчас с нуля, гаранта нет. И начнем. Первая десятка. И очень ни о чемная крутка. Ладно, вторая десятка. Так, ну уже получше. Но как его зовут вообще? Не помню. Модзе его ж по идее зовут. И ничего. Ранние крутки нам не грозят, судя по всему. Возможно, игра офигела от моих планов. О, да, Мадзе. Хорошо. 40. У меня там, если что, есть еще заначка в магазине круток, так что... Так минимум кого-то одного выкрутим. Здравствуйте. Так-с. 50. Кто тут у нас? Давайте мне ниндзю. Мне нужны на него эдалоны. Спасибо. А еще одного ниндзю дадите? Ну, Аста не ниндзя. Так, 60. Кто у нас притаился тут? Бонус Наташи. Конус Наташа, это совсем не интересно. Ох, ладно, 70. И все еще не Лего. Кажется, я со своими планами иду в пешее путешествие. А сейчас еще и 50 на 50 не выиграть, это вообще будет эпик фейл. Асте тут, походу, медом намазано. Так, ну что, даем еще десятку. Да, теперь у нас тут есть Лего. Скрестим пальчики. Надеемся, что это генерал. Очень она нам нужна для коллекции.
Так. Волнительно, очень волнительно. Где же ты? Почти в конец, да? Тут почти 80. Охота. Фейсяо. Отлично. Отлично. Все прекрасно. Прекрасного генерала мы забрали. Все. Хорошо. Хорошо. Правда, 80 круток ушло. Ну, что ж поделать. Ладно, тогда переходим сюда. Зарянка. А Зарянка у нас вообще какой путь? Гармония. Гармония. Она у нас хорошо. Так, идем в магазин. Выкупаем. У нас тут 37 круток. Ладно, сейчас посмотрим. Итого 45. Давайте пробовать. 10. Даешь раннюю Легу, а? Чтоб мы вложились. Пожалуйста. И также нам все еще нужно 5 эдалонов на Модза. Потому что один у нас есть, и еще 5. Аста, уходи, пожалуйста. Мне ниндзя фиолетовый нужен. Так, 20. Опять не ранняя Лего. Ранними Легами меня игра не балует. Хотя не так давно вот было приятненько, когда мне выпало 2 Леги в десятке. Так, кто тут у нас? Конус Аста. Да господи. Я тебя не хочу качать, ты мне не нравишься. Тридцать. И снова не Лего. И снова Аста. Давайте Модзе мне, пожалуйста. Зачем мне ваша Аста? Тем более она уже С6. Так, 40. Тут нам, в принципе, до Леги, получается, надо еще где-то 35 круток. Придется заначку потрошить. О, хорошо. Они... Мы с Тамарой ходим парой. Так. Окей. Было 40 круток. Придется пойти еще вытянуть. Все, заначку достала, больше нету. Так, и у нас еще 40 круток. 40 было, ну то есть 80. Как минимум до Лиги, я думаю, дойдем. Поехали, 50. Была у меня еще мысль покрутить Линшу, но не знаю. Если накоплю за патч на круточки, то может быть, может быть. А так нет. Следующий патч, скорее всего, пропустим. Так, еще один эдалон, прекрасно. Окей. Давай, 60. Все еще не Лего. Больше подписок, кстати. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Так. 70. О, и Лего у нас здесь. Ну что, теперь мы ждем гармонию, пожалуйста. Было бы неплохо выиграть вторую 50 на 50.
Давай. Порадуй меня, пожалуйста. Так. Аста. Будем надеяться, что это предвестник чего-то хорошего. И... Что, последнее самое? Нет, это... Газарянка. Все. План минимум выполнен. Прекрасно, прекрасно. 2,50 на 50 мы забрали. И это замечательно. Так, что еще? 10 круточек. Ну, я не знаю, пойдем в баннер кинем. Так, чисто. На повезет. Нет, не повезло. Тут, кстати, на этом баннере гарант на оружейке. Но, видимо, не в этот раз. Можно, конечно, до конца ивента попытаться докрутить. Ну, или оставить на что-то более подходящее. Что ж. Больше тут ничего хорошего, да? Ладно. Считаю, крутки удались. План был поставлен, план был выполнен. Спасибо игре. Ну, а вы подписывайтесь, ставьте лайки. А я пошла качаться. Всем пока.